По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева для оказания содействия в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Российскую Федерацию отправлена гуманитарная помощь. Оказанная в эти трудные дни поддержка стала выражением солидарности и сплоченности народов двух стран. Узбекистан и Россия – надежные партнеры, которым удалось достичь весомых результатов в развитии всесторонних и многоплановых отношений. Их связывают крепкие узы дружбы, проверенные годами. Благодаря твердой воле и усилиям глав двух государств, взаимоотношения наших стран за последние годы вышли на новый уровень стратегического партнерства. В эти нелегкие дни, когда мир борется против пандемии коронавируса, по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева был направлен гуманитарный груз в Российскую Федерацию в целях поддержки усилий на пути устранения этого опасного вируса. Задачи по реализации данного процесса возложены на Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Ассоциацию Устухомочлик Сануат и Акционерное общество Узбекистан Airways. Всего в рамках гуманитарной помощи будет направлено 195 тонн груза. На борту самолета необходимы изделия медицинского назначения на общую сумму 18 миллиардов 548 миллионов сумов. В субботу вечером уже первую партию встретили в аэропорту Шереметьево. Процесс доставки груза широко освещался и в российских СМИ. Хочется сказать самые теплые слова народу и правительству Республики Узбекистан, нашим братьям за эту поддержку и помощь. Она очень важна для нас. Полученные медицинские изделия будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией. Мы знаем, что народ Узбекистана сам страдает от коронавирусной инфекции. И в стране есть и заразившиеся, и умершие. Но, несмотря на это, Узбекистан принял решение предоставить России и поделиться с Россией самым необходимым. То, что им самим сейчас, очевидно, не нужно. Но тем самым они продемонстрировали взаимовыручку примерами, которыми наполнена наша общая история. Словом, решение Узбекистана об оказании гуманитарной помощи Российской Федерации является еще одним примером крепких отношений между нашими странами и народами, основанных на традиционной дружбе и поддержке.